Сына, своего служителя, нашего брата, отца Сергия. Спасибо тебе, Отец, за это слово с небес, за эти свидетельства, за это мужество, несгибаемая воля. Отец, провозглашаем разрушение всяких сатанинских нападок. Запрещаем сатана касаться отца Сергия. Господь, ты сказал, касающийся тебя касается зеницы ока моего. Боже, мы уповаем на твою защиту. Спасибо тебе, Отец, что этот твой сын несет такое важное твое служение. Всем конфессиям нужна реформация. Спасибо тебе, Отец, что могущественная сила Бога проявляется через него, в его служении. И верим в его благословение, провозглашаем все благословения на его жизни. Божьей милостью прославляйся через него, чтобы не было никакого недостатка ни в чем, никакой нужды в его жизни. Храни его всегда в руке своей, благословляем его служение. Во имя Иисуса Христа прославляем за него. Прославляем тебя, благодарим тебя за него. Во имя Иисуса Христа усмотри все, что нужно, все, о чем он только сейчас мечтает, Господи, во Христе Иисусе. За все тебя благодарим, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь! Аминь, друзья! Слава Богу! Давайте еще воздадим хвалу нашему Богу за этот подарок, который он нам сегодня предоставил. Аминь! Он творит все новое. Мы бы еще могли... Я и так уже по регламенту давно злоупотребил, но верю, что присутствие Господне, оно привлекало вас. Вы были внимательными, да? Кому-то понравилось это служение? Можете покричать, если... У нас все можно, потому что Деду Господень там свобода. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Мы бы, конечно, еще не отпускали, но наш драгоценный брат, отец Сергий, сейчас служит в соседней церкви, поэтому...